похожи. Нет, не похожи, а ЦСИ «Чайная фабрика» набирает обороты в своей деятельности с разрывом. В неделю здесь были представлены два проекта – своеобразный и замечательный – немецкий и харьковский. Своеобразный немецкий – Маркуса Нидена из самого Карлсруэ. Автор приехал познавать Одессу – «Last Stop» – «Последняя остановка». С этой стороны Европы, перед Африкой и Азией – демонстрировал небольшого размера холсты и любительское видео с 1 апреля. Оно, несомненно, произведет впечатление в Германии. Тут главное в другом. Маркус Ниден от своей мясной фабрики ЦСИ стажировался в нашем ЦСИ «Чайная фабрика». И тут же след замечательный харьковский проект «Женщина, запятая, твое место на кухне». Умница и красавица. Все сразу начинают говорить о Фриде Кало, завидя ее. Юлиана Алимова отыгрывает все штампы предписаний быть женщиной. То есть украшать и украшаться. И одновременно печь, варить, жарить, парить. Особенно эффектно это выглядит в вечернем платье. И когда это лук, он остро пах на открытии. Рукоделие, кружева, салфетки. Работы созданы на бытовых салфетках. Озвучивая они расхожих фраз и предписаний. Все то же самое, но спустя полвека, 50 лет, после мощных феминистских выступлений во Франции, Европе и США, текстов Симоны де Бовуар и Сьюзен Зонтак, используя сугубо женские исходные материалы, включая блюда и ленточки, Юлиана Алимова, выученица знаменитого харьковского худпрома, создала проект. То есть не изобразила нечто, а представила идею, тему и собственную позицию по отношению к ней. А специально приехавшая группа поддержки помогла создать оптимистически саркастичную атмосферу, ту, в которой приходится пребывать и реализовывать себя современной украинской женщине в нынешней Украине.